Утром митинг, вечером деньги. Активисты информационного портала «Стоп коррупция» зафиксировали, как оплачивают услуги группы поддержки арестованных супругов Сигалов. Вчера апелляционный суд Киева снизил сумму залога для них почти в 20 раз. Напомню, эту семью подозревают в организации преступной группы и нарушении экологических норм. Общий ущерб, нанесенный государству, оценивают почти в 250 миллионов гривен. Подробности далее. Вот так рьяно в зале суда группа поддержки требовала свободы для Марины и Евгения Сигалов. А уже после заседания эти же люди собрались на улице вокруг женщины, у которой в руках хрустели купюры. Подкуп митингующих зафиксировал один из представителей общественной организации «Стоп коррупции». В итоге супружеской паре, которую подозревают в ряде тяжких преступлений, суд существенно уменьшил сумму залога с 90 и 84 миллионов гривен до 5. Это позволило им выйти на волю. Напомним, полторы недели назад владельцев птицефабрики в Гавриловке супругов Сигалов задержали правоохранители. Их обвиняют в преступной деятельности, нарушении экологических норм, в частности, создании куриного могильника в Киевской области, загрязнении окружающей среды и нанесении ущерба государству более чем на 200 миллионов гривен. За эти преступления обвиняемым грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.